Здравствуйте, это вновь канал Максимазы, и это вновь GTA 4. Короче говоря, Флориан Кравич, он же Берни Крейн, теперь говорит, что хочет со мной повидаться, позвонил. Да, появился его номер в контактах у меня, к сожалению, я не успел заснять этот момент, где он нам позвонил, но ничего страшного, я думаю. Пойдемте-ка, что ли. А где он? Далеко? Не, недалеко. Стоп! Недалеко, ничего страшного. Поехали к Берни Крейну. Here we are. That's very kind of you. Ой, Паки. Спасибо, что не растерялся на похоронах. Ты славный малый. Жаль, что маме пришлось все это увидеть. Кстати, чего у тебя там за разговоры с Кейт? Хитрая ты скотина, от меня ничего не скроешь. Да брось ты. Ревнуешь. Она твоя сестра, а не твоя женщина. Я очень нравлюсь Кейт, поэтому не надо мешать мне отношения заводить. Но это, ну, Нико, в смысле. Флориан, открывай дверь. Не будь кем попало. Говори по-английски. И вообще, да я Берни. Открой дверь, Берни. В чем дело? Заходи. Недоброжелатели хотят меня убить. Я так не могу. Я не вынесу этого, это нечестно. Я такой, какой я есть. Ты о чем вообще, Берни? Я приехал в эту страну, чтобы быть собой. Хочу уехать от агрессивных придурков, мачо. Вроде меня? Да, то есть нет. Ты понимаешь, о чем я, да? Это же самое прогрессивное место. Как моя прическа? Хорошо. Я нанес на них временную краску, ночная мишура. Очень мило. Брайанс нашел несколько седых волосков. Если он бросит меня, я покончу с собой. Да бросьте о своих волосках. Берни, Флориан, то есть Берни. В чем проблема? Кто-то грозится меня убить. Каждый раз, когда я выхожу на пробежку, занимаюсь аэробикой или бросаю диск, появляется какой-то парень и угрожает мне. Он чокнутый. Почему он тебе угрожает? Потому что... Думаю, потому что я такой удивительный. Что? Мне кажется, что он преследует меня и все тут. Я узник в своем собственном доме. Ладно, Берни, давай выйдем на улицу и посмотрим. Так, я рад, что ты вернулся в мою жизнь. Здорово, только послушай, мы с тобой не знакомы. Как ты можешь такое говорить? Я думал, что ты не такой. Брось, мы же не хотим, чтобы этот... Мы же хотим, чтобы этот парень на тебя напал. Я занимаюсь в Мидл Парке, Нико. Ну поехали. Это у тебя тачка такая офигенная. Нико, ты все еще в отличной форме. Качаешься? Не совсем. Так веду активный образ жизни. Еще здесь у этого фитнес-курса название. Я ходил туда. Не гарантировали такие же. Да. Флориан, он же, точнее, Берни Крейн, он, конечно, гей. Не очень круто дружить с геями. Мы собираемся на пробежку, Нико. Постарайся не отставать и держаться дальше в стороне. Нам не нужны неприятности. Блин, вот ночью мне
Не очень мне нравится ночью проходить это все. Лучше днем проходить. Сколько время? Время только это. Еще нету этого 12. Смотри на мою задницу. Сейчас я разберусь с тобой, гомосек. Почему бы тебе не приставать к тому, кому можешь задать задачи? У тебя что, проблемы, любитель геев? Звай как хочешь, приятель. Но, к сожалению, после того, как ты ударил моего друга, мне придется выбить из тебя все дерьмо. Куда собрался? Я его не вижу, кстати, в темноте. Fucking shit. Нет, он сейчас уедет. Вот эти вот маленькие мотоциклы очень медленно едут. А, нет, он недалеко. Мы его догоним еще. Ой, там, блин, вот когда полицейские рядом, лучше не стрелять. Еще один полицейский, да ё-моё. А, у него тоже медленный мотоцикл. Да не, нет, у него немножко быстрее мотоцикл. Или это не мотоцикл? Как он называется такой? Медленный мотоцикл. Я не помню, серьезно. Как вот называется он точно? Не мотороллер, точно, по-моему. Мопед, что ли? Мопед, наверное. Мопед он, наверное, называется. Я одет не для тюрьмы. Нам нужно отсюда убираться. Магазин Персей. Блин, еще и в розовом шлеме. В натуре гомосек, походу. Это медленное транспортное средство, я вам скажу. Только почему этот чувак, который унижает его, не умер от первого выстрела, а умер с 10-го, наверное. В реальной жизни он, от первого выстрела он погиб бы на месте от такого, от этого пистолета боевого. Тихо, тихо, вот что это за поворотики такие? Сколько ехать еще, а? Недалеко, недалеко.
Больше он на тебя не нападет. Ты просто душка, Нико Беллик. Никогда бы уж такого не подумал. Увидимся, прелесть моя. За что вот я только получил? $6000. Я хочу поехать домой да поспать, потому что я не хочу проходить это все ночью. Ночью некомфортно как-то проходить. Ближайшую квартиру. Так, нажимаем F и спим. Даже сохраняться не будем. Все. На-на-на-на. Хороший. Прекрасный денек, точнее утро даже, да? Утро такое свежее, пасмурное утречко. И мы идем снова к Берни Крейну. Сегодняшняя серия будет посвящена ему. Union Drive. Ладно, Брайс, будет тебе. Ты, наверное, шутишь. Меня же упекут за решетку. Я ведь здесь незаконно. Ой, тут мой друг объявился. Думаю, он сможет помочь. Я тебя люблю. Да к черту эту жену. Это же все по-настоящему. Господи, Нико. Мне нужно успокоительное. Что-нибудь посильнее. Ей, боже, я погиб. Ты наслаждаешься своей новой жизнью в стране возможностей? Не время для шуток, приятель. Не, что ты. У меня серьезные неприятности, Нико. Очень серьезные. Брайанса шантажируют. И чем же? Мной. А это скверно. Нашел какую-нибудь информацию про Дарка Бревича? Нет. Но он работает над этим. Ты мне обязан помочь. Обязан? Как? Мы должны предупредить этих мерзавцев, что им лучше убраться. Давай. Нам нужна машина. Ну вот машина. Она стала почему-то синяя. Что это за лунная походка такая была, блин? Ну что, дорогуша, встреча состоится в Нортвуде. Да, отправляйтесь на встречу с шантажистами. Какими еще такими шантажистами, интересно? Геям быть плохо. Геев вот так вот. Так вот с геями, к сожалению, поступают. Но тех, кто друзей Нико обижает, тот имеет дело с ним. Поэтому... Так, вот моя квартира. Была когда-то квартира Playboy X, напоминаю. Если вам это интересно.
Где Брайс? Мы хотели поговорить с ним. Они и его с мальчиками по вывозу. Слушай, ты поговоришь со своим боссом и передашь ему, чтобы он отвалил. Хочешь играть так? Будет по-твоему. Брайса вовсю будет жить в программе «Застукали». Знаешь что, возможно, лучший способ достучаться до твоего босса — это отправить ему твое сердце. Ну конечно, крутышка. А как тебе вот это? Дмитрий Раскалов просит только один раз. Твоя карьера любовника окончена. Проклятый Дмитрий. Стоп, стоп, стоп. Так их босс Дмитрий Раскалов? Ничего себе, так это русские. Нельзя, чтобы он вернул... Нельзя, чтобы эти чуваки вернулись к Дмитрию. Дмитрий, мой главный заклятый враг, главный антагонист. Надо... Надо их взять и перестрелять всех. Нафиг. А, у меня только такой пистолет есть, да? Жаль. Я пытаюсь застрелить их, но это непростая задачка. Они вообще знают, что делают? Блин, вот этот вот пикапчик застукал меня. Черт, парни мертвые, я тебя отвезу домой, только надо уйти от полицейских еще. Быстрее сворачиваем налево. Черт, да тут полицейский какой-то, блин, один остался бы. А полицейский департамент какой-то. Поэтому они меня не увидели. Они расскажут Дмитрию о том, что Ник Убелик дружит с геем. Дмитрий смеяться всю оставшуюся жизнь будет. Ну же, исчезай, уровень розыска, давай. Черт побери. Ой. Дмитрий думает только о деньгах. Береги себя, ладно? Надеюсь, теперь Дмитрий и его люди отстанут от нас. Спасибо тебе огромное, Нико, я тебе позвоню. А, вот и Берни сообщение присылает. Нику, я в панике, подъезжай к пир 45 с любовью. Еду. Уже еду. Предатель скотский. Нико Белик. Чего тебе надо, Дмитрий? Я всегда знал, что Нико, что с тобой что-то не так. Теперь я понял, что именно. Ты дружишь с ребятами вроде Брайанса Докинса и Берни Крейна? Хватит шантажировать моих друзей, Дмитрий. Не зли меня. Уговори их пересмотреть контракты. Мы можем работать вместе. Ты войдешь в дело, Нико. Не будем ссориться. Я ошибся, когда стал с тобой работать. Больше такого не повторится. Прощай. Буду я с ним работать. Он меня предаст опять и все. 100 раз уже так делал. Берни, в чем дело? Все нормально, сладенький. Господи, да ты счастливчик. Ты о чем? Ты, должно быть, сыр с сосками можешь резать. Я единственный выходец из Восточной Европы. Я думаю об имплантах. Просто я услышал в твоем голосе из телека. И становится очень сложно. Я так рад, что ты вернулся в мою жизнь, несмотря на то, что ты пытался меня убить. Я так взволнован. Так что мы здесь делаем-то? Мы поедем веселиться. Веселиться? Да. Я знаю, в последнее время у нас дело не фонтан, но почему бы нам не попробовать? Смотри,
Если кто-то еще тебя захочет взять живым или мертвым, я работаю на мафию. Моим делом занимается полиция и федералы. Я убиваю, ворую, сводить концы с концами. А мой двоюродный брат спускает бабки в интернете и расплачивается с долгами. А тем временем нас пытаются убить. И чего здесь веселого? Милый, у тебя стресс. Прощай, Флориан. Не, ты так не можешь поступить, Нико. Ты мне нужен. Мне нужно, чтобы ты отправился со мной на эту морскую прогулку. Мне нужно поговорить с кем-то, кто действительно меня знает. Когда я тебя знал, ты учился на священника. А хотел стать профессиональным борцом? Возможно, все это не лишено смысла. Ты понимаешь? И того, и другого. Ну давай же, Брайанс нарочно оставил нам ключи, откуда я их смог стащить. Ты встанешь за штурвал, а я буду работать над своим загаром. У меня будет большая, у меня слишком длинная грудь. Ай, давай попробуем, ладно. Давай в море, морячок. Убери ты эту метку зеленую. Нико, моя жизнь полная неразбериха. Брайанс волосы на себе рвет из-за этих шантажистов. Жена следит за ним из-за твоего покорного слуги. Думаю, она догадывается. Какой это кошмар. Уж не знаю, чем я еще смогу тебе помочь. Ой-ой-ой-ой-ой. Я знаю, сладенький, давай забудем об этом и повеселимся. Ну давайте покатаемся на лодке возле этого парка. Какого-то. Это Хоу Бич, по-моему. Брокер. Сделаем остановочку здесь. Да, это брокер. Эй, морячок, справа по борту симпатичные мальчики. Забей, не такие уж они и симпатичные. Уродливые русские. Дай-ка посмотреть, не похоже, чтобы у них была веселая прогулка. Не нужно шутить с Дмитрием Раскаловым! Мы достанем этих подонков. Убейте людей Дмитрия. Дмитрий Раскалов послал сюда людей. Какой говнюк, а? Нельзя, чтобы эти люди вернулись к Дмитрию. Шантажисты, Дмитрий Раскалов. Ой-ой-ой-ой, на берег не надо. Красный вертолет какой-то. Кто там летит, интересно? Неважно, в принципе, кто там летит. Ой, они по нам стреляют. Говнюки какие. Ой-ой-ой, яхта, надо сейчас обойти как-то. Уху, как мы ее не задели, а? Обалдеть. Ну куда эти русские делись, а? Ага, они прыгают. Вот эти вот русские, кстати, вот эти люди Дмитрия реально похожи на каких-то прям таких армейских военных. В зеленой одежде такие. Один из них в очках прям таких, реально похож на какого-то армейского. Но на самом деле он, на самом деле они все из мафии. Ой, тут еще и корабли. Блин, по ним сложно попасть в таком положении. Да они уже остановятся. Отдохнуть спокойно не дают козлы всякие. О нет, только бы этот корабль не зажал нас.
Ну долго они еще там плыть будут, а? Ой, только бы не столкнуться с этой яхтой. Береговое подразделение полиции Liberty City, заглушите двигатели. Нет, только не полиция. А, они на нас не охотятся же, да? Это вот эти вот их сейчас перестреляли, что ли? Люди Дмитрия добрались до берега. Ничего, сейчас мы их всех перестреляем. Мы, да, только их, только нельзя дать им уйти. Так, один из них вон туда побежал. Блин, я что, попал что ли в нее? Да вроде я в нее вроде не стрелял, не попадал. Ну да, он вон в шапке. Русской в очках, такое вообще офигенный. Ой, ну что это за тормоза-то пошли? Ну где он? Тварь, засада, а? Наш благодарный герой возвращается со сражения. Они больше нам не доставят проблем. Ты мой рыцарь в сияющих латах, спасибо. Мне жаль, что прогулка оказалась не такой уж веселой, но увидимся. До скорого. Как же меня задолбал этот Дмитрий. Так, куда мы сейчас направимся? Вот ОС газеты пропустил звонок с ОС газеты, вот печально вообще. Давайте теперь к Джерри направимся. Чего они там мне хотели сказать, если бы не стукнулся, ничего бы не случилось. Так хочется узнать, что они там сказали. Ладно, я в интернете потом как-нибудь посмотрю. В следующей серии вам скажу, что он хотел мне сказать. Мужик из ОС газеты. В следующей серии расскажу, что он позвонить хотел сказать. Но долго ждать. Ты в порядке, парень? Yeah, okay. Да, в порядке. Мне жаль, что так получилось с твоим братом. Да, у нас с Дериком были кое-какие проблемы, но все-таки он был моим братом. Это было больно. По крайней мере... Что, что он верил? Какое мне было дело? Я скучаю все-таки по нему. А ты как тут? Неплохо, но жизнь проходит. Моя чертова жизнь проходит. За что тебя взяли? Да там полный набор. Рэкет, вооружение, еще куча всякого дерьма, которое я не делал. Но выпить иногда любил больше ничего. Ну конечно, как и все мы.
Штука в том, что я решил, что в моей жизни нужны перемены. Завяжу с выпивкой. Осяду и прекращу тусоваться со всякой швалью. Можешь помочь мне в этом? Это последний шанс на искупление. Слушай, чего бы ты ни захотел, я сделаю. Позвони Паке, он объяснит, в чем дело. Нужно поддержать особенно. Там, где я сошел с ума по пути, отошел от него дальше всего. Увидимся. Твой брат сказал помочь тебе. Джерри хочет, чтобы мы похитили дочь старика Анчелоти. Знаешь, такая крашеная шлюшка с автозагаром, которая западает. Она сейчас продает свой сладенький розовый фельдсер. Организуй встречу и похитит эту шлюшку. Она будет, когда она будет у тебя, привези ее в хабу. Делай что угодно, только не похищай ее рядом с домом. Разведи ее и покатайся на тачке. Там мордоворотов много. Ты мне не поможешь? Одного из моих чертовских братцев подстрелили, другой загремел в тюрьму. Кто-то ведь должен с мамой побыть. С мамой Кейт побыть может. Полицейский компьютер, значит, надо найти. Блин. А мне грабить полицейскую машину придется, что ли? Давайте-ка лучше... как-нибудь. А, господи, какой полицейский-то мне зачем компьютер? Я могу же домой компьютер. Сейчас такси закажем. А, я еще и очки в свои потерял. Роман, такси. Какой полицейский компьютер? Мне нужно такси, ты его не отправишь за мной? Все, что пожелаешь, NB, машина Скорпиейт. Господи, какой полицейский компьютер? Мне не нужен полицейский компьютер, мне обычный нужен компьютер. С интернетом. Так, вон они приехали. Сюда давайте. Сам извращенец. Козёл, блин. Так тебе и надо. Короче, а что я сделать должен? Продажи машин. Вот это. Просмотр машин. Розовый фельдсер. Вот этот, 2003 года. Номер девушки сохранен в адресной книге. Дочь бандита. Ладно, похищением мы будем заниматься в следующей серии уже. Сейчас еще рановато. Чтобы встретиться с Грейси, позвоните ей после 8, но не позже 21.00. Ну все, на этом мы закончим эту серию. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайкосы, подписосы, осмотрите эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал, а также группу ВКонтакте. И сидите дома, лучше никуда не выходите. Всем до свидания.